Программа семинара включила в себя теоретическую и практическую части. В районном доме культуры состоялось пленарное заседание, на котором выступили руководители управления сельского хозяйства. Открыл семинар министр сельского хозяйства республики Николай Коваленко. Он рассказал об итогах посевных и уборочных работ в деятельности машино-тракторных станций. Также министр отметил значимые достижения в сфере машиностроения по Башкортостану. Республиканские предприятия уже вышли на уровень производства самоходной техники, таких как самоходная косилка «Чулпан», зерноуборочный комбайн «Мурмец», сборка тракторов Т-150 колесных. Однако конструкторская документация разрабатывается только на одном предприятии, на Стерлитамакском Башагромаше. Хотел бы сказать, что у нас «Чулпан» вошел в программу 1432, федеральную программу. Важную роль в успешном развитии сельхозпроизводства играет уровень технической оснащенности предприятий, эффективность использования имеющейся техники и оборудования. Результатами работы агропромышленного комплекса в районе поделился глава администрации Ахат Кутлуахметов. В своем выступлении он также представил перечень сельхозтехники, задействованной в полевых работах по району. На сегодняшний день в сельхозпредприятиях и крестьянской фирме хозяйств нашего района имеются 540 тракторов различных марок, в том числе 51 Кировес, 42 Т-150К, 119 гусеничных тракторов. Для успешного проведения уборки урожая в наличии 83 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов. На совещании были затронуты темы производственного травматизма в организациях агропромышленности и, соответственно, правилах безопасности при эксплуатации техники. Участники семинара также смогли узнать больше об использовании новых навигационных технологий, на основе которых земледельческие работы выполняются наиболее точно и эффективно. В завершении пленарной части все присутствующие были приглашены посетить предприятие «Ремонтник» и мастерские СПК имени Кирова.